Жительница Красноярска убила трехлетнего сына, а затем сама свела счеты с жизнью. Их тела в запертой квартире обнаружил отец мальчика. Он периодически приходил проведать ребенка. В этот раз дверь долго никто не открывал. Тогда мужчина пробрался через балкон. Сейчас следователи выясняют, работали ли с семьей органы опеки. О других новостях в двух словах расскажем далее. Быстро пополнить транспортную карту теперь можно через интернет. Новая услуга доступна на сайте краскарт.ру. Только там спишут комиссию за пополнение – почти 2% от суммы. Напомню, положить деньги на баланс можно также в отделениях Почты России и в кассах телеком-сервиса. До 8 лет лишения свободы грозит мужчине, который украл из магазина 3 бутылки спиртного. Он зашел в помещение с ножом и в маске. Это уже не первое его ограбление, его уже судили за подобные дела. В этот раз мужчину задержали уже через пару часов. У Красноярского медуниверситета теперь новый ректор. Им стал депутат Краевого заксобрания Алексей Протопопов, доктор медицинских наук, известный на весь мир рентген-хирург. Обязанности главы вуза Протопопов исполнял с августа прошлого года. На Южном полюсе развернули флаги Красноярского края и Русского географического общества. Также туда доставили памятный знак, посвященный юбилею организации. Точно такой же планируют установить и на Северном полюсе, только не красного, а синего цвета.